Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о будущих отношениях с Евросоюзом. Ранее сделку о торговле и сотрудничестве одобрила Палата общин британского парламента. Документ перешел в Верхнюю палату лордов. Ожидается, что процесс законодательного одобрения сделки будет завершен уже в ночь на четверг. Обращаясь к депутатам, Джонсон заявил: «Благодаря этому договору мы станем самым дружелюбным соседом, самым лучшим другом и союзником, какой может быть у Евросоюза. Мы будем работать в тесном сотрудничестве там, где наши ценности и интересы будут совпадать, между тем выполняя волю британского народа, который хочет жить в соответствии со своими суверенными законами, которые принимает его суверенный парламент». Чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать глава государства, королева Елизавета II. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза. Еврокомиссия должна завершить ратификацию договора до конца февраля, включая голосование Европарламента.